Здрасте, начинаем. Начинаем что? Посиделки за плоечкой. Да. То есть вот так, да? Немец. Ух ты, 60 FPS, ёлки-палки. Я дурить графон. Я уже гранат не везде 60. Почему я... Почему приседать на L3? Кто это придумал? На что стрелять, пардон? На R1. Или ты контроллер поменял? Ой, ё-моё! Ты такой конченый! Почему Friendly Fire-то включён? Я ж вроде отключён. Ядрит ты лох. Ну тихо-тихо-тихо! Хорош, не надо. Давай, не будем. Тут как бы, ребят, вражины прут, вы чё это, полегче? Да, я помню, я запускал эту миссию, когда у меня был диск с этой игрой. В смысле, Палана, что ли? Нет, ну в сингле тоже эта миссия была. А где сюжет? А где мистер Дамагер? Ты его что, убил, что ли? Ой. Почему? Я уже в пекле сражения. Как ты вперед меня убежал, если я тут вперед лез? Вот ты какой. Блин, вот Блэк бы был по сети, я бы вообще прям вот прям. А в нем вообще есть кооператив какой-то? Вообще мультиплеера нет. Даже сплитскрина. В оружии отдачи вообще нет. Оно просто стреляет. Да. Это тебе не конфликт. Блин, сенса дикая. А мне норм, кстати. Да блин, ты. Ой, гранат закинул. Спасибо. Вот от души спасибо. Даже там какая-то вы разрушаемость, что ли? О, привет. Там нет разрушаемости, там у нас есть неадекватные игроки, которые бросают гранаты, когда в дверь захожу. Да, у меня молоток есть, видишь? Потом дай мне молотком дверь будет. Что? Это все? Или что это было? А, это флешбэнг был. Думал, ты дымал ухо. Подождите, дайте я сейчас флешбэнг кину этим молотком. Кто меня порешил? Флэшбэнг! Я чё, блядь, Колян? Алифей, это ты что ли? Ой, Колян! Валет! Смотри, да вот я в землю смотрю, не буду стрелять. Валет! Вот, смотри. Он тебе молотком порешит. Мы тут десматч играем или чё, я не понял? Нет, мы должны миссию проходить! Что, простите, Альфа Ту, что? Ну что, спускаемся вниз. Так, я иду. А ты еще хп типа, да? Не знаю. Я не нашел. А, ну да. Какие же эпичнейшие взрывы. Чуваки, я умер. Наконец-то. А можешь не дрить вы бестолочь. Слышите, подождите, я сейчас там 5 сек приду. А, я здесь же. О, хорош. А что ты можешь сделать? Мне какие-то иконки горят, ну ладно. Где, ребят? Я уже далеко внизу. Хочу тебе сказать. Я спускаюсь вниз. Иду по коридорчику. Почему R2 менять ствол? Я спускаюсь вниз. Где вы тут один? Чуваков мочу. Кто меня убил? Командная игра. Меня сейчас порешают. Не порешают. Да, на селект менять взгляд свой. Взгляд менять, это очки называется. Ну как бы да. Но я называю это взгляд менять. А, ну понятно. А как молотком-то бить? Вот поиграли, вообще крутая игра. Зато кооператив. Не, мы вышли с парковки, сейчас будет следующая локация. Знаешь, он сейчас в меню не вылетит. Я знаю. Тут миссии 12 вроде. Если вылетит, то только у тебя. О. КПС приседает. Всех порешу на. Там на балкончике. А, убил.
Ё-моё, что это у меня там? Пили, да сзади, ё-моё, вы чё, слепые, что ли? Чё мы за слепые? Тут они из сортира выходят. Дверь закрыл просто? Да. Ай, я чё убью? Да кто? Какой гад? Я убили. Чё вы в окно-то не шмаляете, да? А ты никого нет. В смысле нет, я вон двоих уже порешил. Я в окне тоже порешал. Одного. А тут прицел есть на R3. Удобно. Да, да, только он. Вот у него как раз отдача идет. Вот. Да. Не сильная. Ну такая, как бы. Ощутимая. Войти в мир. Какой мир? Ну, когда ты в это умираешь, там респаун, тебе нажимаешь на X, там рядом с X написано Enter the World. Там же World Map вроде. Ты что? Это что, это мобильная игра, что ли? Это Call of Duty называется. Да нифига. Да фига, вот то же самое на Вите. Не, понимаешь, ладно, компания, на самом деле на Вите компания вот на колде, это вообще пипец. Но проблема в мультиплеере именно, то есть они успели, ну, смогли засрать мультиплеер. Там карты, там, ну, как казалось, самая маленькая карта, например, в Black Ops, это Nuketown, да? Без понятия, не играю в это дерьмо. Что-то бы не так, а? В смысле, что со мной не так? Я не играю в проходные конвейеры. Ну и чё мы сюда зашли? Ай-яй-яй-яй-яй. А вы где? Не знаю. Ты где? Я тут валят. Где? Всё уже. Да what the fuck, я ещё умру. Да куда все ушли? Ну ты поспевай за нами. Ах, вот вы где же. Тут надо просто успевать в конвейеры играть. Тогда будем за нами успевать. Ой, шутки пошли, я смотрю. О. И вынесли. А, все что ли? В банк зашли и все? Тупик. Класс. С патроны. А тут еще можно вышибить дверь. Тупик. Да вот он, я тут, идите сюда. Да в каком? Да, сюда. Я потерялся. Тут такие. Можешь там воздух пострелять? Какой воздух? Тут здание. Блин, я на улице, вы где? Мы в банке. Сходи в банк. Какой нахрен банк? Ну обычно. Блин, где деньги хранятся? А где это, да? Я реально не понимаю, это дело. Я на респ вернулся. Зачем? Я не знаю, где вас искать. Где вы вышли? Блин, ну там как бы центральная дверь банка и как бы там лабиринт такой небольшой. Все, не важно. Че, сейчас игру пройдем? Наверное. Так, где президент-то? Да блин, да ладно, да хорош! В мониторе дырки остаются. Вот это он кидает гранат, конечно, да. Да какой гад, откуда вы? О, ребята, я вас нашел, ребята, как наверх подняться. Почему здесь нету, блин, удара с приклада? Ну как так? А чё у них респаун-то бесконечный? У нас тоже, между прочим. Чё-то я лег. А, это, по-моему, я тебе вложил. Спасибо. Ну, в полуперестрелке всякое бывает, сам понимаешь. Ну, у них своих же ложить. Ну, я старался. Да я только вас нашел и снова потерял. Вы ж... Это... А. Да тут, блин, мини-карта бы вообще по-царски. А, это снова проход вниз. А куда после второго этажа? Лови лимонку, на. Вот, на тебе. И ты еще лови лимонку. Вот, вот так вот. Понятно.
Чё-то меня шатает. Едрить. Да кто дверь-то закрывает? Всё. Всё, что ли? Пашка молодец. Я вообще не понял, где вы были. Вообще. Ну да. Так, 9 минут на миссии. Может, Time Splitters что бы? Давай дальше. Next Mission, пожалуйста. А как ее поставить? Не знаю, как-нибудь. Алифев, не шали. А, все, я понял. Красно-белый флаг с орлом. Это кто? Не знаю. Сколько у нас били? 300 с чем-то стран? Или сколько? 300. 300 с чем-то вроде. Нет, 300 ровно. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Это типа такой умненький, да? Нет, Паша шутит. Это у вас тоже какой-то непонятный фильтр картинки? Какой-то зернистый, что ли? Да, это нормально. Это не фильтр. Это вторая Соника такая. Нет. Переиграл там в четвертую. Как-либо не второй Соники. Вы знаете, когда мне первый раз купили вторую Соньку, никогда не думал, что будут по сетке на ней играть. Я думал, для меня будет она как Дэнди. А оказалось, нет. Какой полезная дверка. Ой, сейчас убьют меня. Блин, вот представляете, как бы, ну вот мы сейчас как бы взяли, скачали, да, вот это все. Ну вот. А кто-то за это платил? Да! 60 баксов! Вот серьезно! Вот представьте, вы вот, ну, сейчас вот 4000 отдадите вот за такое. Ну через 10 лет будут говорить, что как вы отдавали по 4000 за Killzone. И ничего. Не, ну понятно, проходники есть. Не, ну ладно, да, согласен. Ну, как бы палка в концах. Ё-моё, да откуда хоть ты взялся-то? Да убейте эту тварь! Я вроде... Я чуть Элифей не порешил. Я тоже кого-то там чуть не порешил. Я сейчас убью. Спасибо, что помогли, пацаны. О, нормально. Спасли вообще, поддержали. Вы да. Брат за брата на снова взят. Ага. А чё, мы на респе, да? Понятно. А чё, вы друг друга порешили, что ли? А тут, тут тоже прыгать нельзя, да? Да что хоть с этими играми? А, типа стол мешает пройти. Да. Твою ж мать. И нужно идти поверху. Да. Такой крутой с молотком, у тебя офигенная анимация просто. Ну, знаешь, в смысле? Как ты уже дошел? Ты только что возле меня был, Колян. Да я сзади тебя, господи. А, я крутой? А, ну я крутой, да. Да кто там гад такой? Ребят, вы где? Я уже на полкилометра от вас. Ой, это опять стало не пройти. В смысле? Да сталы вообще. Тут лошадь стоит. Да кто такой? О, я их обошел, крутяк вообще. Буду с Юспом ходить. Или что? С кем? USP. А-а-а.
Ты Юсов какой-то, это что за Юсов? Где я всех порешу, своих тоже. Там открыто, Колян? Нет. Дорис. Дорис клозит. Он у меня граната есть. Да у гранаты, блин. Дайте гранаты, да блин. Нельзя прерывать перезарядку. Вообще пипец. Чего нельзя? Ой, я промазал. Перезарядку прерывай. Я вам тогда этого не был еще. Не додумывались до такого. В 1.6 почему-то можно прерывать перезарядку, с этим проблем нету. Ну, то ли контра, то ли Том Клэнси. Больше столов. Какой? Спецназовцы, они не могут перелазить через столы. Where is V? Не, they. Нет. You, во. Клян, ты стоишь на месте. Стой, стой, стой. Как это выглядит? Чувак. Ну, прикольно. Where are you? Мы тут играем в море, волнуется раз. Что? Ну куда хоть дальше-то идти? Надо отрезать питание у здания. А где этот счетчик? Какая-нибудь хоть мини-карта есть, твою мать? Ну что такое? Может на селект... Нет, на селект нет. Ой. Есть мини-карта, если очки включить, но там только мы отображаемся. Да ладно, где? Ой. Может их наверх надо попасть? А, правда, есть мини-карта. Как удобно. Я пошутил. Нашел дверь. Новую. В подвал. О, да. Шашон. Даже как-нибудь посветить, что как-нибудь фонарем, она сливается с кружением. Так, селект нажми один раз и не парься. Так, молодцы, наркоту убираем. Блин, ну чё хоть ты творишь-то, Володь, ну ё-моё. Брат за брата. И брат по брату тоже. Просто прошелся, блин. О, мы так синхронно. Красота. О, привет. Здрасте. Че, может еще сгорим? Ну, если найдем. Идет спецназовец. Спецназовец видит, бочку горит. Встал с ней, сгорел. А где я про... А, все нормально. Это притча такая. Да, так про медведя, ну, я немножечко переработал. А, про медведя помню, да. Я нашел, походу. Что ты нашел? Стенку пострелял. Цистерну. Ой, конечно. А нет, это не она. Это обычная. Ну ты что творишь-то? Ну что ты? Ой, блин, ребят, вообще просто вот эти, блин. Вот эти. В смысле вот эти? Эти самые. Поясни за шмот. Сам ты этот самый. За какой шмот тебе поясни? За свой. Ой, боже. Не, в эту игру мы больше играть не будем. Нормальный кооператив, ты чуть драйвить. О, разрушаемость. Нифига себе. Сзади вас ниндзя. Кто-то умрет. Я знаю, что это сделал кто-то из вас. Вот не я. Это точно не я. Это точно не я. О, дверь открыта. Ни одна тычка, я умру. А может ты не будешь по мне стрелять? Извини, не хотел. За тебя просто, чувак. Да. А, блин, нет, еще одна тычка, я умру. Потом еще одна. Да почему дверь-то на меня открывается, друг?
А это открывается? Нет. А если списная за туалет захочет? Как быть? А если рыцарь в туалет захочет, как быть? Ну, тут уж... Как есть. Guys, where are you? А, я убиваю тут чуваков. Они меня. Не, это все, конечно, понятно. А, ой, вот. Рену сейчас закину. Блин, на нах. Когда дробовик перезаряжается, нельзя даже быстро переключиться на пистолет. Ой. Спасибо, мистер Дамагер. Слышите? Нет, серьезно, я стреляю, короче, по это, чуваков там. Ты такой пробегаешь, и чисто под мой выстрел. Кто меня гранатой подорвал? Нет, вот гранаты не я, никого не подорвал. Обыскать восточное крыло. Теперь надо освободить заложников. Пушка пулемет у меня просто. Ну так а то. Так, а я с пистолетом буду бегать, все, мне надоело. Че это? Ну, потому что. Это у тебя такие аполитичные взгляды? О, я хочу заложников убить. Я тоже. Ну вы придурки, ну что творите? Так фейл, оказывается. Блин. И правда, почему это? Все, играем дальше. Я не нажал риди. Я тоже, кстати. Риди. Это не важно, я тут король. Хочу будь играть. Как, нет. Да? Алифе, как у вас прохождение МГС 2? Все на той же стадии. Ядарить ты бестолочь. Нет. Да я не играл. Ну, здорово, проходи. О, пацаны, ловите. Так, ну я смотрю, у нас отличная как бы игра вырисовывается. Да, ладно, я больше не играть, нет? Да блин. Че убили ты меня? А че ты нас убил? Это иллюзия. Да блин, да что ты меня убиваешь? Да вы пропустили чувака, он меня убил. Давайте лучше еще в конфликтах поиграем. Ну что это такое дно. А я бы в конфликт поиграл бы. Ну в конфликт не знаю. Гидрить, я сейчас спать уже пойду. Какие другие игры? Сколько у тебя там время? Сколько у тебя? Скажи, сколько у тебя, я скажу, сколько у меня. У меня, по-моему, часов 5 сейчас. Не, побольше у вас. А, ну 7, ладно. Значит, у меня 10. Пипец, 7 часов. Давайте жопу. Весь день как-то игрушку проиграл, блин. Ой. Ты не в игрушки играл, ты игры на ХДД кидал. Да. Давай. Рассказывать. Если уж быть конкретнее. Сколько ты постоянно скидываешь свои эти какие-то, блин, полки? Ну сколько можно-то хоть? Какие полки? У тебя опять сейчас в этом... Фотографии твоих дисков. Ну так я на вид тебе показать, а ты такой джинсы полки кидаешь. Ой, все, короче. Ты, по-моему, уже фотку 10 раз кидал. Нет. Кто у меня гранатой порешил? Не знаю, я вообще на респауне остался. Я умер. О. Да кто мне гранаты опять порешил? Я сгорел. Я тоже. Я сейчас еще горю. Я танцую. Колян, ты где? Не знаю, на респе ставил. Зачем? Я ФК. Слышь, ты дно, играй давай.
Ладно, короче, игра дно. Ну, так-то, наверное. Наверное. Не, в принципе, у него движок довольно неплохой. Ну, вроде он 60 надо выдает, но, блин, бэт. Но игра дно. Да. Ну, идите, играйте свою CS 1.6. Я в Go лучше. А, куда? А, наверх идти? Да. Кто такой модный? В смысле модный? Кто шмаляет из-за угла и прячется? Просто может дефмач пошел, да? Нет. Ты как бы пробежал, он по тебе шмаляет, а ты дальше побежал. О, все. Может, закончим с этой игрой, какая-то на дно. Надо как бы миссию доиграть. Мы не доиграли. К черту эту миссию. Пошел он еще в задницу. Ой. Alpha 2, this is 6. Secure the bio. Лол. Хана тебе. То есть вот так вот, да, тебе? А у меня патроны закончились. Видите, я что-то нажал. Я чё? Я тебе помогал. Ой, как даже повеселее, да, стал сразу? Чтобы счёт вели. Да блин. Мне интересно, почему, когда я кидаю гранату, она сначала меня взрывает? Тут даже физика есть у тел. Ух, гранат вон. Шевелится. Что там у кого шевелится? Пукан. Отсюда мою щиточку. Отстаньте. Да блин, почему я так умер? Твоей гранате. Потому что я ее к тебе под ноги кинул. Вот, не надо это выкладывать, это такая на самом деле ересь. Ай. Это не ересь, это контент. Контент несет в себе положительные или отрицательные эмоции. Какой-то. Суицид. Нет? С помощью миссии можно просто пробежать, даже не стреляя. Данный контент носит резко негативный характер. Но это контент. Слушай, правда, я тоже бегу-бегу и не бега. Ну ладно, мы медиум поставим, но все равно, блин. А, то есть это еще и медиум? Да. В конфликте бы такой медиум. И меня убили. Конфликт был прикольный, а это кал на анализ. Щелк, кал на анализ. Подожди, дай я посмотрю рейтинги у игр. Ой. Так на PS2, давайте сейчас зайдем на Metacritic. Рейтинг чего? Ну вот. Рейтинг кала. Так, все, хватит шутить, подождите. Шутки про говно начались. Так, что мы сейчас играем? Хрен знает. Кал какой-то. Так, как она называется? Легаси, по-моему, нет? Какой Легаси? Ну как называется игра-то хоть? Локдаун. А, локдаун, вот. Так, PS2. На ПК вообще 60 у нее. Здесь на Metacritic 70. Некоторые... О, кстати, users review. 3 человека отметили. Mm-hmm. Первый поставил 10. Второй 9 и третий 8. Какие-то конченые.
пишет поставил. Ноль. Да-да, Great Game пишет. Другой, Great Game, Rainbow Six Lockdown для PS2. Лучшая консольная версия. И самая лучшая консольная FPS там. То есть Black у нас как бы такое, да? Это говно. Да-да. Так, а что мы, конфликт? Global Terror. У него меньше Metacritic. У него 62. Ну, конфликт был нормальный. Ну, да. Ну, на имени, господи, вышло это Rainbow Six, и все. Нет, там, да, там реально какая-то, ну, интересно было. Боже, какой ужасный респаун-то. Почему я хожу по собственному трупу? Ладно, все, короче, закругляемся. Хватит. Ты хотел сказать резко негативного контента.